Всероссийский образовательный проект «Урок цифры. Путешествие в мир IT-технологий». В нем участвуют школы республики. Подробнее в нашем сюжете. Этот урок цифры проходит в столичной школе номер 40. Знания в сфере работы с компьютерами дают ведущие технологические компании, такие как Яндекс, лаборатория Касперского, Mail.ru и другие. На их платформах школьники знакомятся с IT-профессиями. Системный администратор, специалист по безопасности, разработчик программного обеспечения. Этот перечень можно продолжить. Но для начала неплохо понять, как устроен компьютер. По такому принципу работают многочисленные программы. Дети узнают, как благодаря интернет-помощникам компьютер учится. А как он учится? Благодаря искусственному интеллекту. Использование искусственного интеллекта у нас встречается в умном доме. Тем самым мы можем управлять устройствами благодаря интернет-помощнику. Даже если ребята не планируют свою карьеру в сфере современных технологий, основу нужно знать. На этом держится весь окружающий мир. Ну а если учеба проходит в игровой форме, интересно вдвойне. Потому что наша жизнь связана с технологиями. Каждый день мы используем интернет, телефоны, различную технику. Поэтому дружить с интеллектом искусственным в наше время – это очень полезно и нужно. Со временем виртуальные помощники станут просто незаменимыми, уверяют нас специалисты. Готовиться к этому надо уже сейчас. Александр Соловьев, Павел Рядков, Республика.